Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и сегодня, ну, короче, не сегодня, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. Так, что у нас сегодня на задумке? Мы отправимся с вами в первую локацию и там поиграем немножко. Что мне нужно? Я нашел уже новый предметик один. Новый предметик? Но я забыл тогда же показать, когда мы возвращались. Рыцарский щит. Рыцарский щит, типа оружие, щит. Типа удара, удар. Средний металлический щит с красивой резьбой и узорами. Хотя считать, что он используется древними благородными рыцарями. Он обеспечивает почти такую же защиту, как и другие щиты. Ну, короче, не полную защиту. Так, сегодняшняя наша цель все-таки будет, я надеюсь, проста. По освоению и в реализации. Главное, чтобы я сейчас насчет этого не ошибся. Так, здесь я, кажется, не был, да? Не был. Все, значит, отлично. Так, юзаем лифт. И ждем, пока будет подниматься. Ой, тихо! Нужно было спрыгнуть. Я занес чуть-чуть. Не проворонил. Так, прыжок. В принципе, бэкстепить мы можем. Поэтому я даже не думаю, что у нас будет хоть какие-то проблемы. Ну, знаете, рассчитывать на все 100% тоже как бы нельзя. Так, приходим сюда. Вернулся в клубочек. И стоим, короче, в клубочках. Лежим. Или, пригнувшись, просто стоять. Притворяемся яйцом. Пока нас не схватит ворон. А когда ворон... Где этот ворон? Вон, ворон. И он нас должен отнести в первую локацию, но первая локация на самом деле там теперь жесткая. Там есть босс, хранитель, которого мы тогда убивали, помните? Убив его, мы получим с вами овер до хера. Овер до хера именно денежек. 20 тысяч. Ровно столько же, сколько нам нужно для того... Ровно для чего? Правильно, чтобы купить ту знамена, тот ключ или что-то. У кузнеца за 20 кусков. То есть все просчитано, все приугадано. Вот враги на самом деле жестковатые. Они могут меня и даже выпилить. Вот как вы видели, он только что мне нанес урон, хотя защитился. Вы задумайтесь, а почему он нанес мне урон? А потому что у него факел. Факел наносит урон огнем. Так, печати, да? Отлично, ступай прямо. Окей. Короче, те же самые... Черт, я был к этому не готов. Вот черт. Обычно еще для клириков царей, так, постоянное восстановление здоровья, писать и клирика рыцаря, благословение восстанавливает его. Вот черт. Ну вы, короче, ребят, поняли, да? Я думаю, почему они прям не идут? Теперь все ясно. Мне тогда лучше тоже нужно было прямо не идти. Блин, попался вот такой вот в ловушку. Попался вот такую ж в жопу. Нет. Почему? Так, ладно, давайте тогда, чтобы не мучиться. Делаем все быстро, красиво. Плевать на скелетов, я просто бегу в святилище своему тому.
Потом бутылку, да. Урон спит, значит, с ним можно поговорить. Ладно. Ну, так, мы отдохнули, флягу восстановили. Кто храпел? Может, здесь кто-то храпел? Я его просто не увидел. Вот кто храпит? Непонятненько, ладно. Значит, я его пока что не вижу, я его не могу видеть или не хочу видеть. Бежим обратно наверх. Это понятно, что жопа, жопа, жопа. Это будет долго. Если меня... Блин, я просто почти сдох из-за того, что упал. Чисто из-за этого. Но откуда я мог знать, что там ловушка? Почему не прыгнул? Почему он именно перекат сделал? Это время тратит. Сейчас снова яйцом притворяться. О, ну хотя бы он сразу меня отправляет. Это радует. Он меня не сожрет то, что я в виде куска мяса. Нет. А, это хотя бы скипать можно. Это хотя бы скипать можно. А, в принципе, я могу через Е делать, типа, быстрые клики, да и все. Почему он агрится аж до сюда? Пожалуйста, давай быстрее. Либо я сейчас возьму лук. Молодец. Черти. Быстроногие черти. Быстро, ну, черти. Теперь я туда больше не подойду. Больше я туда не подойду. Так, здесь, кажется, хилыч у нас. Так, выйти. Так, отдохни у костра. Отдохни сам у костра. Так, здесь на нас камень полетел. А здесь у нас был рыцарь. О! Он в нежить превратился, кажется, да? Ты чё? Приятель, ты чего? Я ж тебе помогал. А ты вот так, да, мне отплатил? Такой монетой? Пипец, он жесткий. Давай. Вот сейчас вам бы эксцеп сработал, хотя я даже кнопку не нажал. О, косарь туш. Чит с эмблемой. Найс. Так, там, да, наверху у нас был. Здесь у нас был наверху проход. Нет, там спрыгивать на босса нужно было. Так, стоять.
Вопрос. А, нет, да. Все, я правильно иду. Потом здесь у нас две нежити. Раз нежить. А, нежить. Три нежить. Их там двое, да, теперь должно быть, по идее. Эй, ребят. Ладно, плевать. Эй, давай. О, по одному нападают, ништяк. Ух, я чуть так не всрал. А, это копейщик. Там-т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 ам
Почему этим нужно по два удара делать? Ключ от западного крыла. Так, пока я дальше не прошел. Щит. Бля, нужно допить пепси, бать, и дать бутылку. Щит с эмблемой. Щит неизвестного рыцаря, скорее всего, высокопоставленного рыцаря Асторы. Зачарованный синий щит. Щит с эмблемой отлично защищает от урона магии. Магический. Магический щит. Ржавое железное кольцо. Так, предметы. Колечко. Улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Это железное кольцо используется для сковывания виновных. Все ржавой и немного испачканной кровью. Так, нашествие этого загадочного кольца, к своему удивлению, обнаружит, что передвигаться по болотам стало легче. Ну, отлично. Значит, это мне поможет в какой-то степени передвигаться быстро по воде. И я открыл. Что дальше? Прыжок к боссу только один, что ли? Походу, что да. Я подождите, а где кукла? Здесь просто должно быть еще кукла валяться. Ладно, давайте к боссу. К боссу по-другому никак не попасть, да? Хотя нет, если я падаю вниз, значит где-то есть проход. Логично? Логично. Все мои слова логичны. О, здорово. Блин, вон мои души. Вот. Так, а это уже другие рыцари, если я не ошибаюсь. Выносит! Всю! Бэкстеп. Тут нужно 2-3 бэкстепа. По хп я смотрю. Во-во-во-во, приятель. Тихо-тихо-тихо, я понимаю, ты крутой. Я бы тоже был с таким мечом крутым. Черт, я не успеваю. Да ё-моё! Ладно, минус 2к душ. Плевать. Я сюда сейчас все равно без проблем приду.
Так, блин, у меня на фляге будет только 5 зарядов. Ну, хотя бы у меня фляга юзнута. Ну, да, плюс 2. Она хилит меня полностью. 2 кадуш я верну, без проблем. По болотам, скорее всего, даже здесь я буду быстрее передвигаться. Это так. Не, ну он сильный враг. Открыть никак, да? Блин, ну он очень много. Колющие удары я не могу. Не могу. Приятель, а что тогда было вот то? Давай, поехали. Долго пьет он. А, мне нужно все-таки впритык, да, подходить? Кажись, да, только впритык. Если не впритык, не срабатывает. Я думал, можно на любом расстоянии, типа, посрать. Обломок красного титанита. Это классно. Красный титанит, это отлично. Так, странная кукла. Получено. Что мне? Рели только к тебе через один путь? Ух, его отсюда грохнуть. Мне ж так интересно на самом деле. Жаль. Жалко, обидно, прискорбно. Ладно, будем сейчас тратить время на эту громилу. А потом еще нужно безопасно отсюда будет выйти. Ну хотя, знаете, на нем можно. Или он одноразовый. Ой, стоять души души прокачать на уровень на единицу. О. Так. Здесь у нас больше ничего такого нету, куда я могу пройти, что-то я могу сделать. О. Из него даже что-то выпало, сломанный меч. Точно. А если у нас здесь где-то проход есть? Я же здесь же этих поубивал. А ну. Просто отдохну, пускай будет. И пробегусь. Нужно все посмотреть, может все-таки что-то где-то изменилось. Да, изменилось. Теперь у нас здесь не нежить, а рыцарь. Такой же рыцарь, как и там был? Я понял тебя, приятель. Плевать мне на души. 800 это уже не души. На них даже апнус нет. Ну хотя это 80 стрел. 80 стрел это много. Похоже, да, здесь все-таки срез. Вот где отбитие было? Вот этот удар его полностью снимает. То есть здесь мне не шансов, да, было? Что вы предлагаете? У меня без вариантов здесь. Ну, здесь ладно, хорошо. Но удар щитом мне просто выносит ту стамину. Я могу только вот так подходить к нему и все так делать. Давай, сразу. Третий раз подряд. Замахнешься мечом.
Почему? Почему? Где сбитие было? Ух, меня горит. Я представляю, как я буду гореть на убийстве босса. Крылатое копье. Копье. Давай, приятель, поехали. Вот. А, не, куличи атаки я тоже могу отбивать. Значит, все-таки нужно просто подбегать к нему. Притык. Так, пока он будет, короче, вставать, нужно быстро выхилиться. О, все, он осторожничает. Минус. Пипец, если они не на один раз. Хотя обломки титанита так и падают. Он первый на самом деле знает. Не, все-таки да. Там один путь к нему. И очень опасный. Но зато я титаниты понаходил. Плюс уровень. Не апну себе. Класс. Класс. Давай. И главное, безопасно того не грохнуть. Можешь в две руки взять. Вот, все. Вон туман еще есть. Ух, жестко. Я тебя понял, приятель. Сколько мне тебя вот так бить? Кажись, придется долго. А, ну то есть он меня в основном просто взрывает там, где я нахожусь. Я понял, прекрасно. Да-да-да, ударная волна и меня бьет там, где он хочет. Я от этого никак не увернуться. И отсюда главное никак не убежать. Я думал, ваншот. Опасный враг на самом деле. Во-первых, я его не пробиваю. Ударная волна меня его пробивает. То есть можно понять, о чем я. Ну что вот это вот за фигня? Вот по... Хотя если он вот так будет постоянно делать, я не против. Нужно главное понимать атаки, при которых он взрывается, а при которых нет. Так, вот это обычный замах. Ну, такое на самом деле враг. Ой-ой-ой, вот это было зря. Я дался тебя ударить. И это зря!
Фу, я думал, меня задел. А есть у меня какое-то оружие посильнее? Кажись, нету. Ни одно орудие. И что мне делать? Ой, блядь, сложно. На самом деле сложно. Сложно, сложно, аж жопа. Во-первых, нельзя его мне как-то даже убить. Удар я его забэкстепить тоже не смогу из-за того, что он огромяный. То есть, как говорится, спасибо бибу. Ой, тихо, души, души, души. Заберу свои души. У меня главное, чтобы он вот так вот прыгал. И не будет проблем. Пожалуйста. Ударная волна у него очень сильная. Если не ошибаюсь, у него... 2к жизней. Да не, даже больше. Или 2к. Не, его задок это слабое место. Два удара и убегаем. Два удара и убегаем. На этот раз я промазал. Два удара, убегаем. Да, у него 2к хп. У меня еще все фляжки. Ой-ой-ой. Бум. Не, вот это бум. Он хотя бы меня не бьет. Надеюсь, не, не зацепило. Ты что, будешь постоянно это делать? Он надоел. Он мне не дает к себе подойти. Минус, давай, минус. Давай, давай, давай. Тихо. Быстро к нему бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, взлетай, пожалуйста. Спасибо. Пока он взлете, я могу хилиться. Да ё-моё, он надоел. Он теперь часто ее юзает. А, это обычная атака. Ладно.
До свидос. Отходим. Прыжок. Подбегаем. А, он все-таки около себя ударил. Оп. Тихо-тихо. Сильный, сильный ты босс. Пожалуйста, делай так постоянно, а. Да я выиграл. А, победа. Да. Кусок титанита. О, человечность, косточки. А, то есть отсюда только один. О, нет, есть там туман же. Тут есть подъем наверх. Да не, я лучше косточку заюзаю. Вот это очень большой минус. Очень большой минус. Очень большой минус. Давайте, короче, пробегусь. И куплю колечко. И как вам идея? Ну, вы понимаете, что для меня это была жопа бо-бо-бо. Все-таки бежишь ко мне? Ну, теперь они мне не страшны. Теперь мне здесь ничего не страшно, сюда уже больше мы никогда не вернемся. Не, ребят, вы мне страшны все-таки, сорян. Ладно, я пошутил. Вы слабики. 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 Вы слабаки. Все, ништяк, 23 куска. Я, короче, остановлю запись, ну, закончу серию, когда добегу. Ништяк. Пропустить. Давай-давай, шустрее. Я знаю, что пока вот эти касцены, это подзагрузка уровня. Ништяк. Сейчас бы сдохнуть. И схрапит. Ладно, не сдуть. Так, сюда быстро флягу. Костюм. Снимаем. Побежали. Снимаем костюм и побежали. Блин, вы знаете, есть челик, который, короче, прошел Dark Souls серию, ну, первую, вторую и третью, чисто без урона. И главное, все части подряд. То есть, если он, им его коцнули где-то в конце третьей части, да, то он чисто начинал заново с первой части Dark Souls. Хотя, если использовать фишки раннеров, предращиться именно к таким боссам, которые особенно нужны, я думаю, можно справиться со всем. Но он такой херью не занимался. Он именно, так сказать, на мужика проходил полностью игру нормально. Полностью игру. Опять у меня труханы. Аж в жопе. Давай, давай, быстрее, быстрее. Отдохну у костра. Чтобы здесь была точка у меня сохранения. И, в принципе, можно заканчивать. Здравствуй, здравствуй, давай, давай, давай. Так, купить предмет. Ключ, символ Арториаса. Купить. Не дай себе подохнуть, не умереть, пропасть.
Так, ладно, что у меня по предметам? Что это за ключ? Странная кукла. Странная кукла не в нелепом платье. Когда-то существовало такое чудовище, которое не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу, и вдруг его затянуло в нарисованный мир. Холодный и необитаемый. Так, символ Арториас открывает дверь в саду там темных корней, запечатанную, так, древней магией. Она ведет к могиле сэра Артериса, Унтианка Бездны. Многие искатели приключений ушли к могиле, но не вернулись обратно. Они стали жертвами местных бандитов. Так, в руках непосвященного этому символу может принести больше бед, чем радости. Ну все, короче, отдыхаем у костерка. Повышаем. И, блин, нужно здоровье будет вкачивать тоже. Я го вкачаю лучше здоровье. Пускай будет 600. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.